Экспедиция Миклуха Маклая 21 век движется к берегу Маклая. И мы сейчас перешли самый большой участок пути от Абу-Даби до Сиднея за 13,5 часов. Небольшая пересадка, и мы в Папуа-Новой Гвинеи. Маклай добирался более чем 10 месяцев до северо-восточного побережья острова Новой Гвинеи и высадился там почти 146 лет назад. Мы будем добираться менее 3 дней, и мы в ожидании этого невероятного путешествия, невероятного приключения. Следите за нами!